Мур, привет, друзья! С вами Зверько, и в голосовании в комментариях победил Хаябуса. Давайте посмотрим, что изменили у него. Убрали ману и ввели энергию, как у Фани или Лесли. Пассивка. Каждый стак, а это по-прежнему циферки над головой вплоть до 4, прибавляют 5% урона от навыков. Максимальное увеличение 20%. Первый навык. Звезды перестали пролетать сквозь противника и получили крайне небольшой сплэш. Попадание в противника по-прежнему замедляет его и немного восстанавливает энергию. Если кидаете звезды в упор и вы в радиусе сплэша, при попадании звезды немного исцеляют Хаябусу. Убрали массовость, чуть увеличили полезность в соло противника. Логичное изменение, поскольку в ML большинство убийц не направлены на массовый урон. Второй навык. Хаябуса совершает прыжок на среднюю дистанцию, раскидывая тени. Свойства теней прежние, замедление и небольшой урон. Но задняя тень теперь на месте старта навыка, а три передние в стороны на месте приземления. Получается своеобразный крест, где возврат к задней тени – это серьезное расстояние. В общем, навык усилили, увеличив подвижность Хаяби. Ждите прыжков из кустов и неуловимый отход. Ульта осталась прежней, но убрали имбоватость. Теперь крипы не умирают от одной тычки. Согласитесь, никакой герой больше не может зачистить три волны усиленных крипов на 40-й минуте у трона, просто прожав навык. Мне кажется, Хаябусу больше сбалансировали и приблизили к геймплею ниндзи. Ослабление дальними навыками, быстрый прыжок, ульта и отход. На этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор Минотавра. Делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!